И всем здарова, дорогие друзья, с вами Рамдейл. Сегодня мы сыграем в игру под названием Reactive Drop. Ну что, начнем. Один игрок. Миссия. Вторую миссию выбираем. Уровень сложности легкий. Ну или ладно, средний. Брутальный. Уху, ёшкин. Создать игру. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, у нас запустилась игра. Ну что, выбираем персонажа. Я буду играть точно за офицера. Пусть будет один техник. Ну и все. Начинаем миссию, дорогие друзья. И очень важно, пожалуйста, если вам нравится мой контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Зачем это надо делать? Да чтобы вы могли находить мои видео в поиске. Ну что, начинаем миссию. Поехали. Так, ни хрена себе не видно. Ура, фонарик. Уже противники идут. За мной. На букву В. Интересно. Стоп. Так. Нет. Ладно, пошлите дальше. Вперед идем, идем. Здесь дверь. Здесь противник. Нет. Воспользоваться панелью. Е. Чё-то... Ладно, пошлите. Вперед. Огонь! Ёшки! Так, готовимся к расстрелу. Ты готов? Так, ребят, готовы? Еще немного. Так. Ёшкин, что это было? Расстрел. Ёшкин, я не убил. Так, они еще идут, вот. Осторожно их расстреливаем. Ай-яй-яй, что это такое? Так. Вы за мной быстрее, осторожно. Осторожно. Так. Убиваем этих сосисонов. Все, убили сосисончиков. Нет, не всех убили. Так, вперед. Так, так. Да ну как же... ХП-то нету, все уже. Осторожно. Осторожно, всех просто расстреливаем. Давайте сюда, противники. Готово. Так, больше никого нету. Почти. Что? Да ну ёшкин, меня убьют сейчас. Ёп. Осторожно. Здесь Крэш играет лучше, чем я. Вы это понимаете? Вот черт. Готовьтесь к расстрелу. Расстреливаем этих сосисончиков. Что это за хрень? Я думаю, их по-хорошему надо уничтожить. Ну что, пошлите дальше. Так. Уничтожили. Все, готово. Так, давайте идем вперед. Здесь что-то есть? Е, подобрать для винтовки патронов. Ну что, идем дальше. Вперед! Нет, 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 нет! Ну нет!
F1, 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 давай, 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 давай! Пожалуйста, быстрей! F2! F3, я не знаю, что-нибудь нажать! Мы слили. Ну как же еще? Ой, ёшкин, ёшкин, ёшкин. Мы дураки. Так, ладно, дорогие друзья, мы, наверное, будем заканчивать, к сожалению. И, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вам нравится мой контент, мне будет очень приятно также. Для чего это надо сделать, я вам уже говорил. Но если повторить, то мне просто будет очень приятно. Ну что, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. А я с вами не прощаюсь, встретимся в следующей серии. Всем пока!